Спортсмены в Греции, типа Олимпиада. Поскольку я человек от спорта, очень далекий, я не знаю спортсменов в Греции, представляете, но я знаю, это Любовь Волосова, да, кажется, творец-то наш. Я как-то вот со спортом не дружу, честно говоря, к стыду своему, наверное. Хотя физическая культура, она тоже культура. Но я тут могу сказать, что мне, конечно, спортсмены привлекают своей волей. Мне восхищают вот эти вот торсы мужские, пловцов, например, гимнастов. То есть вообще красиво сложенное тело, оно меня привлекает, да, эстетически, как художник. Если со спортсменом не о чем поговорить, то сразу как-то вот уже становится скучно. Но это я уже не туда пошла, в общем. Хотя спорт у нас как-то приоритет отдается в основном борьбе, дзюдо, может быть, и все. Между тем у нас вполне могла бы развиваться художественная гимнастика, например. Ну, как-то вот, в общем, спорт — это какая-то параллельная жизнь, к которой я, к сожалению, не имею отношения.